Сегодня Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства. Наш телеграм-канал опубликовал главные тезисы. Они таковы. Со второй половины мая рост цен остановился. Инфляция в РФ сейчас на нуле. В мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Промпроизводство в стране за первые 4 месяца выросло на 3,9%, но в апреле зафиксирован спад, в том числе в автопроме и ряде других отраслей. Безработица в стране в апреле составила 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. Но риски на рынке труда сохраняются. Надо держать ситуацию под контролем.